что? Детоньки, никто не помнит ни одного стишка на интересующую нас тему. А? Фу, нехорошо. Нехорошо. Я не прошу знать их много, но есть стишки, песенки, которые нацеливают. Да. Вот, например. Ваша жизнь, молодая, потухнет. В адском пламени фабрики кухни ваш извилистый путь устремлен непосредственно в суп и бульон. Так воркуйте ж, пока уцелели. Так легки и ясны ваши цели. Психология ваша проста. И так далее. Про кого? Но в чей бульон? В чей суп устремлен их путь? А? Чтобы это был ваш бульончик, славные вы мои. Надо, чтобы ваша психология была не так проста. Объегоривать этих симпатяк пара пустяков. Но на пути к ним стоят их хозяева, их сторожа. Вот где понадобятся наши уроки. А как это объегоривать? Людвиг! Ты что, дурак? Меня 2 дня не было, извините. Ну-ка, иди сюда. Чтоб лисенок из такой семьи не знал, что такое объегорить. Надуть, провести, смухлевать, одурачить. Обвести вокруг пальца, облапошить и... Объегорить! Вспомнил? А, это все одно и то же, а я-то думал. Что? Что ты думал? Вы читали сегодня такие хорошие стихи, вот я и подумал, что сегодня что-то новенькое будет. У тебя со стареньким, мой друг. Неблагополучно. Вот полюбуйся сам. У тебя подряд 3 точки по практической хитрологии. А по идее это не точки, а единицы. Просто я хитрю сама с собой. Неудобно ставить кол правнуку Ларсена первого. Правнуку того, кто основал хитрологию как науку. Стишки ему понравились. На здоровье. Но стишки это так, соус, приправа. Главного-то блюда они не заменят. А он сегодня ночью про какого-то муравья заучивал. Про какого еще муравья? Хотите? Ну, если не длинно. Извилист путь идолок, легко ли муравью сквозь 1000 иголок тащить одну свою? А он упрямец тащит ее тропой рябой и, видимо, таращит глаза перед собой. И думает уставший под ношей своей, что скажет самый старший, мудрейший муравей. Тащил с собой рискуя, и вот, поди же, смог, хорошую какую иголку приволок. По-моему, мило. А как вы думаете, а? Ну, приволок он эту иголку, а нам-то что? Пускай объяснит! Непонятно! А какой это слабак? Да нечего объяснять, просто хорошо и все. Правда же, Фролис? Муравей справляется со своим муравьиным делом, он-то в порядке. А ты? Сейчас этот новенький тренажер испытает тебя. Ну-ка, смелей. Смелей, смелей, смелей. Нет, ты не на меня, смотри, на стенд. Значит так, берешь фигурку лиса, вот она, и ведешь. Провести ее нужно в тот желтый квадратик наверху и обратно, и не попасться ни в одну западню. Учти, эта штука не прощает ошибок. А желтенький, это домик тех? Да, тех самых, чей извилистый путь устремлен. Понял задачу? И без подсказок. А чтоб тебя никто не смущал, отгородись от них доской.
у вас, мои ненаглядные, будет диктант. А в каких тетрадках, фру Алиса? По зоолингвистике? А мы же их ждали. Тогда на листочках. Быстрее, я уже диктую. Свое гнездовое хозяйство. Болотная уточка ведет одна. И о детях она заботится одна. Муж ее в это время пропадает неизвестно где. Написали? И все-таки в течение этих 20 дней уточке что-то надо есть. Ой-ой, фру Алиса, помедленнее диктуйте. Не успеваем. И все-таки в течение этих 20 дней уточке что-то надо есть. Что, милая Лаура? Душа раздваивается, да? У Лео слово «неизвестно» написано слитно, а у Луизы «не» отдельно. Спрашивается, как быть тебе, беднёжечки? А я в таких случаях, фру Алиса, оставляю промежуточек, но махонький, еле заметный, чтобы вы могли его и так, и эдак прочесть. Фокус вот с такой бородой. Впрочем, выкручивайся, как знаешь. У нас единственная в мире школа, где за обман учителя хвалят. Если это, конечно, удалось. Так, я диктую дальше. Отправляясь за кормом, она обязательно прикроет яйца тем пухом, что выщипала у себя из брюшка и груди. И надеется, что никто не найдет. Читать приятнее, не так ли? Шепчет что-то. Что? Громче? Все! Ненавижу я эту хитрологию. И пускай кол стоит. Может, я вообще не хочу никого объегоривать? По правде буду жить. Тихо. Он ничего не говорил, вы ничего не слышали. Не будем выносить ссоры из избы. Он одумается, конечно, успокоится. Мы все тебе поможем, Людвиг. 2-3 дополнительных занятия после урока. Нет. То есть как это нет? По правде он хочет жить. А чей школой? Ты хочешь, чтобы на ней легло пятно? На школе проще тебя исключить, чем позволить, чтобы такое звучало в ее стенах. Ну и пожалуйста. Я и сам уйду. Ваша хитрология. Во, дурак-то. Обмановедение. Отец, ты из него выбит, как пыль из ковра. Вы не переживайте, фру Алиса, я не против вас. Вы хотели как лучше, я понимаю. Но мне лучше так. Может, я и не прав, может, я дурачок, может, в этих делах я совсем новичок. Может, все смеют это мнение мое, только мне надоело вранье, надоело вранье. Мне за хитрость не надо 4 и 5, ставьте кол, я согласен колы получать, всем назло через камни. Школы в сам себя исключил, с их дорожки кривой я в обратку скачил.
пусть их школьный звонок разорвется звеня. Не дождаться больше меня, не дождаться меня. Мне за хитрость не надо 4 и 5. Ставьте гол, я согласен голы получать. Всем назло через камни, один на пролом. Я иду с этим честным колом. Кричи, мало ли кто-то вот шныряет. Ручаюсь, что эту самую твою песенку, кроме меня, слышали какие-нибудь сороки. Ну и что? Ничего, ничего хорошего. Раз три звонят и переврут больше половины. А сама песенка подходящая. Дай лапу. Как это там у тебя? Я из школы врунов сам себя исключил. Здорово, смело. Ты сам придумал? Или тебе кто-нибудь помогал? Сам, конечно. Но я не просто сочинил. Я сделал так, понимаешь? Я ушел от Фру Алисы. Совсем. Ну? Серьезно? Не ожидал. Лихо. Принципиально. Сказано, сделано. Мысленно я тебе аплодирую. А папа и мама знают уже? Фру Алиса могла ему уже позвонить. Воображай их лица. Они, конечно, начнут на тебя давить, уговаривать. Может, и ремнем даже. Но ты, старичок, держись. Они тебя улупят, а ты будь морально выше. Лежи себе так, будто ремень этот для тебя вроде одуванчика. И мысленно пой свою песню. А на пострадавшее место потом приложишь сырой капустный лист. Верное средство. Еще некоторые рыбий жир советуют. Но я тебе рецептов никаких не давал, понял? Э? Да, пока не забыл. Там у тебя какие-то странные слова мне послышались. Вот, может, я и не прав, может, я дурачок. Что это еще за сомнение? Ты что, заранее отступаешь, да? Нет, эти строчки не подойдут, переделай. Нет, ну я правда сомневаюсь, почему это нельзя? Да потому, что на тебя смотрят другие. Они болеют за тебя. Они мысленно тебе аплодируют. Понял? Отступать поздно. Послушай, ёжик Нильс, а кто они такие, эти другие? Наивный ты еще, лопушок. Делай, что говорят, а мне пора, держи. Да? Про сырой капустный лист не забудь, пригодится, может быть, уже сегодня. Я и школы врунов, сам себя исключил, сам себя. Ну? Какие новости в школе, сынок? Людвиг, папа ведь спрашивает. А что рассказывать? Учили, как объегоривать, все как обычно. Угу. А новым тренажером пользовались? Между прочим, это я помог школе достать его. Спасибо тебе. Мам, а моя тарелка где?
Мам, а руки мыть уже можно? Во, видели? Видели? Видели, что он принес? Небось, зайцы дали. Умора, да? Хорошо, дружок, хорошо. Боже мой. Боже мой. Людвиг, ты что, собираешься ужинать капустой? А что ему остается? Ешь, мальчик, ешь. Что ему остается, Лора? Лис, заявляющий, что хитрость ему не по нутру, не станет же есть индейку. Ему на нее даже смотреть противно. Ведь я не купил ее. Я достал ее именно хитростью. Отец, но он голоден. Голоден. Но кроме того, он принципиален. Правда, сынок? Заявил, что никого не будет обманывать. Отшвырнул от себя учебник хитрологии, написанный его прадедушкой. Нам верно все рассказали? Да. Да. Ты слышишь, Лора? Слышишь, каким тоном говорится это «да»? Нет? Нет, мама. Теперь у нашего мальчика свое отдельное меню. Завтра, надо полагать, он попросит у птичек проса и коноплю. Но у него раздуется живот. Будут колики. Скорее всего. Скорее всего. Но зато это будет пища, добытая без хитрости. Что ты всхлипываешь? Что ты всхлипываешь? Не всхлипывать надо, а гордиться, что у нас такой бесхитростный мальчик. И радоваться, что одной порции дюшатины стало больше. Да, ступай в детскую, хрусти там своей капустой. Здесь от нее всех будет мучить. Ха. Дурачки наказывают себя сами. Зачем еще пороть? Посидит день-другой на своей диете. Проверит сам свою идею. Интересно, откуда она у него? Вот вопрос. Может, начитался чего-нибудь такого? Зоолингвистика. Биография Его Величества. А, нет, это другое. Это басни, которыми нас кормили в детстве. Помнишь, лев подружился с собачкой, облизывал ее, делился с ней пищей, а когда он сдохло, тронулся с горя умом и перестал есть. Как мы покупались на все это? Как ты плакала. Вот такими, вот такими слезами. Людвиг, а книжки у тебя тоже от зайцев? Жизнь смеется над этими сказками, сынок. Она совсем другому учит. И сурово. Капканами, охотничьими ружьями, зубами легавых псов. Отец, он уже все понял. Он, конечно, извинится перед фру Алисой и будет молодцом. Но позволь ему ужинать со всеми. Я девчонок уже 6 раз колобок обставил. А вы все бу-бу-бу-бу-бу-бу. Кони кушают овес, воробьи клюют навоз. 2×2 – 4. Мать, режь индейку. Сейчас. Ну так что, Людвиг, ведь ты уже все понял. Ты жалеешь, и ты больше не будешь, да? Ну-ка, давай, тогда иди мой лапки. Папа прав. Если я так считаю, значит, мне нельзя с вами. Он так считает, философ. Малявка у нас с характером. Эй, девицы, вас что ли теперь ждать? Ой, вы победили этот цирк на уроке. Вот видите, про Алиса или вызовет вас, или сама придет. Она не знает, что с ним делать. Я знаю. Я... А что, правда? Займись им, Лабан, а то я сам своими руками. Да приведу его в норму, к общему, так сказать, знаменателю. Ах ты наша красавица. Мам, чур мне ногу.
Лаура, не чавкай. Лаба, ну бери лапу, это не твой кусок. А может, он нарочно над нами издевается? Идешь над нами. Получается, над собой. Мы перейдем. Извините, я за Колобком. Ну что, Людвиг, забирай свой колобок и уходи. Колобок-то возьму. Да. Этот ребенок болен. Его честность какая-то пугающая. Отец, ну скажи, что он оставит эту блажь, когда подрастет. А он не подрастет. Как? Что ты такое говоришь, Лабан? Лабан прав, между прочим. Правильно говорит. Если Людвиг не будет хитрить, он не подрастет. В том-то и дело. А может, его к прадедушке отвезти? Я же сказал. Возьму сам, завтра. Были у меня другие планы. Уж поверь мне, куда были интересные. Ну, ладно. Повожусь с малявкой, раз уж вы в такой истерике. Может, я не прав, может, я дурачок. Может, я не прав, может, я дурачок. Может, в этих делах я совсем новичок. Неужели капусту ест? Может, все смеют, это мнение мое. Только мне надоело вранье, надоело вранье. Отец! Людвиг! Что? Что с тобой происходит? Я места себе не нахожу. Хочешь, я принесу тебе твою порцию, никто не увидит? Нет, нет, мама. Почему? Ты сама. Да ты не беспокойся. Завтра я наберу земляных орехов или еще что-нибудь. А сейчас мне только бы попить. Боже мой, это безумие. Что ты прикажешь мне? Косу достать и доить ее? Или смотреть, как ты чахнешь? Горе, прямо горе. Откуда, от кого ты этого набрался? Знаешь, мама, я целый день сегодня думаю, откуда у нас это все. Вот, например, этот мех, на котором я лежу, чей он? Это выхухоль, это очень редкая тварь. Отец встретился с ней, когда у вас была ветрянка. А как он мех отобрал? Откуда я знаю? Слишком много вопросов, Людвиг. Гляди, свихнешься, спи. Нет, вы гляньте, ему совестно спать на этом. Эй, ты не дури, простудишься. Успокойся, не убивал папа эту выхухоль. А как было? Она сама ему подарила. Извольте, говорит, господин Ларсон, я подарю вам эту штуку. Допусти же ты меня! Ну что я тебе, игрушка?
У тебя спички есть? Откуда? Я же не курю. Да мне не курить, в зубах поковырять. Мясо застряло. Индейка, да. А я вот не стал есть и правильно сделал. Зубы целее будут. Ну ты даешь. Беречь зубы, чтобы щелкать ими от голода. Давай сюда. Зачем? Давай! Муравьев тебе в штаны. Держи. На другом краю поля коробку с окнами, видишь? Это людская нора. Двухэтажная? А рядом коробка без окон. Все правильно. Но это нам без интереса. Это для коров, овец. Если уж наносить визит, так вон в тот кругленький домик, не смотри, что маленький. Там живут куры, цыплята и яйца. Вот где нам есть занятия по вкусу и способностям. У тебя сейчас такое лицо стало, ну совершенно бандитское. Ишь ты, не нравлюсь. Ничего, там я буду излучать обаяние и благородство. А пес Максимилиан, папа говорил, что он ужасный. Забыл? Что? Что, что? Пугаешь меня этим кривоногим страшилищем, меня? Да я ему пару таких приемчиков покажу, он у меня и не пикнет. Один хвалился, да в лужу свалился. Эй! Те самые зайцы? Твои приятели? Доброе утро, Людвиг! Пошли с нами, не пожалеешь! Тебе свезли свежие медовые пряники. Мы разбили свою копилку, представляешь? Юки, покажи. И посчитали, что хватит на целых 5 фунтов. Айда с нами. Это здорово, я как раз голодный, как волк. Ну зачем вспоминать про всяких уголовников в такое чудесное утро? Так ты идешь? Еще вы. Ой, что это, ты привязан? Да это у нас так, прыгалки. Рукой надоело ему крутить, вот он и пробует, ногой. Попрыгайте, попрыгайте, никуда не денутся ваши пряники. Но! О! О! О, как хорошо! Весело как! Высоко-то как! Прямо как зайцы! Бррр, как белки! Теперь поменяемся. Ногой покрутишь ты. Но-но! Лабы, да отпусти же ты меня! Слышишь, зовут же! А занятия наши? Ладно, так и быть. Отпущу его с вами. Все равно у меня поручение. Всех подряд обойти надо. От косули до медведя, от черепахи до кабана. А зачем всех обходить? Что? А это по делу, о котором, наверное, знают твои друзья. Я собираю у всех, кто сколько может, вот для их породы. Да-да, зайчики. Для несчастных соплеменничков ваших. Как? Расскажите сами Людвигу, что стряслось. Я его не стал расстраивать. Он у нас слишком впечатлительный. Простите, а что мы должны ему рассказать? Как? И вы ничего не знаете? Ну, про желтого. Питона я имею в виду. Нет? Ну вот. Взрослые, как всегда, скрывают от детей все плохое и трудное. А потом удивляются, что вырастают эгоисты. Да вы сами должны были дознаться у мамы, о чем она вздыхает украдкой. Почему у нее такие тени под глазами? Она бы расплакалась и рассказала. Ну разве вы замечаете такое? Ведь вы ж, небось, морковку в зубы и играть горе не зная. Так или нет? Так. Правда, Юки, нам бы только играть, а у нее тени. Ну вот. Лабан, ну говоришь. Речь идет об этом негодяе. Он потряс и возмутил всех имеющих сердце. Желтый питон? Он самый. Муравьев ему в штаны. Случилось это не у нас, а в лесу Ханса Кристиана. Там он подкрался.
и захватил 77 зайцев. Держит их в своих страшных объятиях и требует огромный выкуп за их жизнь. Причем срочно. Если сегодня до захода солнца он не получит положенной половины выкупа, 22 зайца будут съедены. Такие дела. Моя задача разбудить совесть у каждого, у кого она есть, и собрать нужную сумму для этого гада, для этой кровожадной твари. Я даже не знаю, как его назвать. Слов не хватает. Лабан, а ты не обманываешь? Что? Ты думаешь, я преувеличиваю? Нет, братишка. На самом деле я преуменьшаю. Еще не все сказал. Ужас в том, что несколько зайчат уже задохнулось в кольцах питона. Спасибо. Так тебе сейчас прямо к желтому питону, да? А думаешь, есть другой выход, малыш? Послушай-ка, а можно и мне с тобой? Ну вот еще, такой риск. Мама мне за тебя... Лаба, ну пожалуйста, я тебя не на шаг. А маме не скажем. Ладно, ведь это недолго. Мешок с выкупом надо просто перебросить через бамбуковые заросли. И тогда освобожденные зайчики начнут тягать к нам в объятия по одному. Вот тут твое дело, считать внимательно. 22 штуки должно быть. Успеть бы только. Их жизнь на волоске, а выкупа еще нет. Вот это да, я прямо вспотел весь. А мне почти расхотелось пряников. Людвиг, если ты со мной, прощайся и уходим. Пока, Людвиг. Гляди осторожней. Да-да. Лабан, а кто поможет-то, а? Искать надо. Тех, кто поотзывчивее. Так возьмите и наши сбережения. И простите, что мы не сказали сразу. Все возьмите, до последней кроны. Мама даже похвалит нас. Правда, Юки? Да. У нас полно родственников в лесу Ханса Кристиана. Нет. Дети в этом не участвуют. Ну, у кого поднимется рука оставить их без медовых пряников? Да что вы! Мы не хотим! Нам про них даже и думать неохота. Так долго откладывали, копили. А теперь все достанется этому извергу. Не могу. Но ведь с другой-то стороны, во имя страдальцев. Все-таки вы стоящие ребята. Людвиг, а ты и вправду решился идти? Гляди осторожнее. Угу. А увидишь этих пленных, крикни им, что мы будем бороться за них, что мы уже боремся. А главное, не опоздай до захода солнца. А куда мы? Мы к киоску, разве не так? Во враге пряники не растут, по-моему. Ну, сообразил, нет. Ты так ничего и не понял. Сейчас нам отвесят целых 5 фунтов. Ты все набрал? Ты все набрал? Набрал! Отдай! Отдай, жулик! Отдай! Тебя, дурачок, таким же сделаю! Никогда в жизни!
у тебя! Как будто мир перевернулся! Как будто тебя капкан нос защемил! Мама, отдай! Отдай копилку! А? Правда же мои уроки тетралогии поинтереснее, чем в школе, а? Отдай деньги! Сейчас же отдай! Послушай-ка меня, во всем нужна привычка. Вот я в ней затвердел, не сбить меня с копыт. Нельзя же всех жалеть, то зайчика, то птичку. Так редко будешь сыт и часто будешь бит. Нет, ты на то, я твой брат! Хоть убейте, не вижу стыда. А если дельце сработано чисто, и разбойник бывает артистом. Уважайте талант, уважайте талант. Уважайте талант, господа! Пожалуйста! Я не верю, что ты такой гад! Отдай! Я отнесу им! Я тоже не люблю насилие и вопли, когда бегут, свистят и лают сторожа. Мне больше по нутру подход душевный, теплый, когда клиент мне друг в процессе грабежа. Хоть убейте, не вижу стыда. И если дельце сработано чисто, и разбойник бывает артистом. Уважайте талант, уважайте талант, уважайте талант, господа! И кто же с тобой водиться не будет? От косули до медведя, от черепахи до кабана. Никто, никогда и нигде. Посмотрим! Меня смешит до слез мечтатель и чистюля. Такой он честный весь от носа до хвоста. Но ежели в обед пуста его кастрюля, то значит голова тем более пуста. Хоть убейте, не вижу стыда, если дельце сработано чисто, и разбойник бывает артистом. Уважайте талант, уважайте талант, уважайте талант, господа! Ты куда? Умылся бы сперва, поросенок. У нас про Алиса. Что смотришь? Да-да, в твою честь. Мама ушла за рыбой, папа на работе. Мы пока что ее сами принимаем. Ты чего? Ничего. Лаурочка, миленькая, где Лабан? Спать завалился. Лаурочка, это такой негодяй. Он мне больше... Больше он мне не брат. Все. Фу ты, ну ты, елки гнутые. Брысь умываться. Снова муфты в ходу. Надеюсь, не черновурки. Не, это тандатра. Что, папа так поздно приходит с работы? Когда как? Странно. Фру Алиса! Какая радость! Ларсон. Прошу. Дорогая фру Ларсон, я позволила себе заглянуть к вам. Потому что ваш младший... Знаю. Знаю, мы с мужем в ужасе. Вы долго ждали? Нет.
А я польстилась на карпиков. Да? Карпики – это вещь. А где давали? Давали. Кому давали? Не надо. Я уже пила. Я обязана карпиками покупать труд дом. Если бы не его изумительная запруда. За хорошую. Скажите честно, фру Ларсон, дорогая, когда Людвиг еще был совсем мал, вы не роняли его? Ну, вообще, что говорили специалисты о его способностях? Вам кажется, да? Да, да. Мам, а Людвиг там ползает. Он у нас вместо швабры всю пыль на себя собрал. Людвиг ползает? Людвиг, иди скорее сюда, мы ждем тебя. Я сейчас только переоденусь. Людвиг ползает. Нет, нет, фру Алиса, я не роняла его. Кроме гланты и частых простуд, ничего особенного. Просто мальчик пропустил несколько занятий, и вот и оказался слабее других на этом вашем тренажере. Кстати, аппарат был неисправности. Сам господин завуч потом захотел проверить на нем свою сообразительность. И теперь весь в бинтах, и пол лица дергается. Ну вот, видите? Да, но господин завуч никогда не скажет, тем более при всех, что ему противно хитрить. Нет, дорогая фру Ларсон, вся трудность в том, что Людвига и раньше интересовали всякие песенки, стишки, да-да-да-да-да. А вот хитрология... Нет, в нем самом, так сказать, в его душе произошло короткое замыкание. А когда и почему, это вам лучше знать. Фру Алиса, так вы ничего не можете сказать мне утешительно? Ну что, совсем ничего? Нет, учитель, дорогая фру Ларсон, не может высморкать каждый из 30 носов, забраться в каждую из 30 душ. Вам проще, у вас всего пятеро. Если они карпиков не дополучат, то это не так страшно. А вот если любящий взгляд вовремя не проникнет в их душу, это куда хуже. Ну что же, я очень хотела повидать господина Ларсона. А как же? Ну да ладно. Людвиг! Ну, ничего страшного. Нет, 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 фру Алиса, я непременно приведу его. Не надо. Людвиг! 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 Мам, мне только туда и обратно. Да куда туда, когда мы... До свидания, фру Ларсон. До свидания, фру Алиса. Я же вам говорила. Да, да, да. Стоять. Смотреть на меня. Глаз не отводить. Сейчас я по очереди, дыхнули на меня. От кого пахнет медом, тот и вор. На, на, убедись. Я и не видела твоего меда. В чем он был-то? Не мед, а медовые пряники. Целых 5 фунтов. Если б знали, уж давно бы тяпнули. Ты знал, Лео? Я... Молчи, хорек. Словам все равно не поверю. Только запаху. Дети, кто стянул рыбу? Карпиков, которых я только что принесла. Ну, семейка, у тебя карпиков, у меня пряников. Ну, я же положила их на видное место в гостиной. Мы беседовали с фру Алисой, и никто из нас... О! О! Ты чё? Клянусь моим первым петухом. Это она.
Невозможно такие непедагогичные предположения, но это она, она, больше некому мог быть обед на 3 дня. Уже 2 продукта, тю-тю. От вас и вправду не пахнет. А где дурачок-то наш? А? Где Людвиг? Людвиг! Людвиг! Ха, Муравьев тебе в штаны. Ел мои пряники в чулане? Во-первых, они не твои. Во-вторых, можешь проверить. Ну как? А в-третьих, я отдал их своим друзьям, которых ты одурачил. Зайцам? Ну, если это правда. Если только это правда. Был у него какой-то пакет. Не зря он под кроватями ползал. Все точно. Ага, значит, эти твои друзья тебе дороже, чем мы? Хм, тогда убирайся к своим зайцам. Ты не лис. Ты не лис. Только в музей, чтобы все с отвращением видели. Вот посмешище железа, ротозей, чудо-юдо, ошибка родителей. Приучить его надо изменника, привязать его у муравейника, пусть покажут ему муравьи. Кто чужие ему, кто свои? Если этот урок не пойдет тебе прок, убирайся к своим зайцам кролика! Мы возьмем еще с них слабоухих налог! Доведем это племя до нолика! Ручить его надо изменника, привязать его у муравейника, пусть покажут ему муравьи! Кто чужие ему, кто свои! Может быть, ты не лис? Может быть, павиан? Может быть, ты из рода овечьего? Кто б ты ни был, осел, поросенок, баран, нам с таким церемониться нечего! Вручить его надо изменника, привязать его у муравейника, пусть покажут ему муравьи! Кто чужие ему, кто свои! Ну, ты видишь, пусто! Выросла капуста! Кто это к нам пришел? Гляди, Ворочка, дети уже забыли про твоих карпиков. Им весело, забудь и ты, милая. Погоди радоваться. Этот ненормальный обманул меня. Я его учил, я ему дал сногсшибательный урок, он меня обманул, обжулил, предал. Тебя? Своего учителя? Ну что ж, ребятки, у вас обои грандиозные успехи. Вас поздравить надо. Зайцев, поздравь. Это не безмозглый наворачивает сейчас мои пряники, которые я купил. Я сам. На их монеты из их копилки. Да они мне их сами давали. Упрашивали, чтобы взял. Потому что ты врал, а они доверчивые. Да снимите же с меня эту маску, надоело. Погодите, я что-то не разберу. Где были пряники, карпики? Постойте, пряники или карпики? Карпики — это совсем другая история, это педагогическая. Ой, как бы я хотела сейчас стоять у чьей-то плиты и схватить с поличным кое-кого за лапу. А мы уже поймали, он сам сознался, отец. 5 фунтов карпиков, пряников, медовых пряников. Этот баран вынес из дома и отдал зайцам. Людвиг, так все и было? Почти. Только даже я не сам бегал к зайцам. Я сразу же встретил Гену Берту и попросил ее доставить пакет. Она же теперь почтальонша, да? Ты поверил Гиене Берте. Она сама сказала, ей по пути. Твою мора. Сама сказала. Все
Все и каждый знает, гиене Берти ничего доверять нельзя. Ее уже ловили и судили. А судила ее росомаха Дагни. А гиена с ней делится наворованным. Дети, откуда такая опытность? Лора! Пусть лучше ранняя опытность, чем поздние слезы. Ты взгляни на нашего барашка! Да почему? Почему вы думаете, что все жулики? Что ж, никому нельзя верить? То же самое, малыш, я спросил у старого, мудрого барса, сбежавшего из парижского зоопарка. Помню, его желтые глаза, так много видавшие в жизни, усмехнулись печально. Он положил свою мощную лапу мне на спину и сиплым голосом сказал: «Соляви». Да к черту старого барса, если мои пряники у зайцев! Лора, ты гляди, гляди! Им о высоких истинах, а они... Нет, а все-таки как переводится это «селяви»? До конца как-то не ясно. А папа не мог, спрашивает господина барса. Как вы не слышите, глухие тетери? В этих словах заключен ответ на все самые трудные вопросы. Соляви. Мне лично никакого перевода не требуется. А сколько раз нужно повторить это, чтобы вернулись наши карпики? И пряники. Какое поколение растет. Деляги какие-то. Ничего святого за душой. Лора, убирайтесь к себе. Зато ваш младшенький святой собственных братьев и сестер обманывает ради чужих. Это как? Другая крайность. Еще хуже. Одному лешему известно, как вас воспитывать. А ты повторяй. Селяви, селяви, селяви. Молчать! Людвиг! Перестань всхлипывать. Мама, а гиена Берта не могла исправиться? Вдруг она уже честная? Мам, что ты делаешь? Зачем ты целуешь этого психа? Да, нечего сказать. Очень педагогично. Пошли есть пряники. Он у нас самый маленький. И у него нехорошо на душе. Скажите, какие нежности? Селяви, селяви, селяви. Неправильно, что я поцеловала Людвига, да? Кто ж его приласкает и снимать? Ясно одно, Лора. У жизни, у леса он не дождется ласки. Угу. Он будет у них всегда пасынком. Эй, ты, урод! Следующую ночь я иду на дело. Понял, куда? Куда? Кот куда, кот куда? В самый раз будет. Тем более рыбку убили. Пускай гены Берта тешатся своими детскими пряниками. Завтра я буду с настоящей добычей. Если пес Максимилиан позволит. Он позволит. Не так страшен черт, как его малютка. Вот такая, как ты. Ладно, поговорили. Дрыхнуть всем! Завтра мне будет не до сна. Туфа, юбки, откройте. Я же чувствую, что вы дома. Мало ли, что ты чувствуешь. А на самом деле нас нет. А ты не чувствуешь, что ты и твой брат вруны и негодяи? Ну дайте же объяснить. Не могу же я через дверь. А, вот он, наш благодетель, спаситель нашего рода. Ужасно рада тебя видеть. А где твой брат? Поклон ему низкий от всего нашего рода. Ну как? Успели вчера до захода солнца отдать выкуп этому сказочному дракону? Тетя Зайчиха, ну дайте же сказать. А, ты хочешь продолжить эту историю? Сегодня желтый питон требует вторую половину выкупа, не так ли? Сколько надо сегодня? Может, он согласится взять пирожками с капустой и этот живоглот? Скажите только одно. Вчера вечером вам ничего не приносила почтальонша Берта? Берта? Так ведь это же гиена. Нам этого еще не хватало. Но она должна была принести вам пакет. От желтого питона? Да нет же, от меня. А, ты хочешь сказать, что вернул деньги моим простакам? Да не деньги, а пряники. С гиеной
придуманы хуже, чем желтым питоном. Так что иди порепетируй, потренируйся. Но запомни, что моим детям запрещено играть с тобой и с твоими братьями. А ну, марш отсюда! Пускай гиена с вами играет. Да. Ничего не объяснишь тому, кто не хочет слушать, а хочет говорить сам, один. Ежик-низ, миленький, привет! Не подходи! К чему? Что с тобой? Не подходи, сказано, а то пронзю! Ты думаешь, я не знаю, что ты связался со всякой нечистью в соседнем лесу? Агентом желтого питона работаешь? Что? Я пока точно не знаю, но говорят, что ты продался не то желтому питону, не то кобре какого-то другого цвета. В общем, говорят, что присмыкающимся сделался. Не стыдно? Это сплетникам должно быть стыдно. Говорят, говорят. И тебе, если ты им веришь. А ты брось выкручиваться. Против тебя факты. Гляжу я на тебя, ежик Нильс, и меня сомнения брать начал. Может, ты просто дурак? Может, тебе лишний ум приписали? А? И ты еще оскорбляешь. Да тебе надо быть ниже травы, тише воды и спасибо говорить, что знакомые не зажимают нос при виде тебя. А ну-ка, посторонись. А то пронзю насквозь. Вранью верят, а правде верить не хотят. Вранью для вас интереснее, что ли? Я продал зайца в сопрянике. И агент желтого питона. Кажется, у меня температура поднимается. Ужаснее всего то, что никто, ни одна душа не видела, как я передавал через гиену Берту этот проклятый пакет. Я видела. Савайлона, миленькая, значит, вы мой единственный свидетель. Я в беде, понимаете? Только вы можете доказать всем этим дуракам, что я не виноват, что я хотел по правде. Могу, да. А зачем? Как зачем? Нет, зачем тебе нужно свидетельство мое? Это я уже поняла, а мне? Тебя обманула гиена Берта. Я должна это всем объявить. Но гиена известная склочница. У нее очень сильная родня, большие связи. И если судьей будет Росомаха Дагни, они выставят трех лжесвидетелей против меня одной. Тяжелое дело, малыш. Возможно, даже гиблое. Ну как же мне быть? Вы слышали, какие гадости про меня говорят? Частично, да. Частично, да, я слышала. Да, многие против тебя на данном этапе. Но это и является еще одной причиной, почему я не должна вмешиваться. Ну как же так, тетушка Илона? Вас больше всех в лесу хвалят за мудрость. Вот это она и есть. Видишь ли, раньше я считала, что мудрость – это что-то вроде справедливости. Теперь у меня иное мнение. Мне кажется, что мудрость – это что-то вроде моих штор. Ну, при чем здесь шторы? Я считаю, что мудрость ближе к осторожности. А шторы – это так, символ. Ну, что моргаешь? Есть еще вопросы? Отвечу сразу на все. Ну-ка, подойди к этой ручке, поверни ее. Когда-то на эту музыку были совсем другие слова. Но со временем слова меняются, а музыка остается та же. Я осовела, скажем честно, и доктор Сыч меня просил жить с осторожностью известной и не затрачивая силу. Не лезу я в
чужие споры, что мне за дело до других. С утра я опускаю шторы, вот эти бархатные шторы, темно-малиновые шторы, непроницаемые шторы, все покрывающие шторы, нет ничего мудрее их. Вы пойте, пойте. Я не пою, я забываю, как сиплый ветер ноября. Я не живу, я доживаю, не при сороках говоря. Ищите правду, лезьте в горы, бичуйте зло, рискуя всем. А мне, мои, оставьте шторы, вот эти бархатные шторы, темно-малиновые шторы, непроницаемые шторы, все покрывающие шторы. Что пособить уже совсем. Идти-то некуда. Теперь уже все наверняка запретили играть своим детям со мной. Уйду, куда глаза глядят. И пускай найдут мои кости, обглоданные шакалами. Да. Трудно жить по правде. Это они точно говорили. И папа, и фру Алиса, и все. Оплутовать и обегоривать всех не трудно, как Лаван, как Гена и Берта. Не знаю, как им, а мне это еще труднее. А главное, противно. Да здравствует правда во веки веков, а плуты достойны одних тумаков. Тумаков! 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 Эхо. Эхо! Ты со мной согласна? Согласна! Согласна! Я насчет этой идеи, чтоб из дома удрать. Прямо сейчас? Сейчас! 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 Ну смотри, я удираю. Только ты не бросай меня в таком разе. Вами смеются и в горле комок, и слеза на носу, когда уж никто больше не отзовется, когда отзовется вам эхо в лесу, как хочется эхо, чтоб нас не бросали, чтоб честным и добрым почаще везло, услышала эхо, какое печаль. Спустилась с вершины и рядом пошло. Теперь не один я и трусить не буду, хоть будет мне плохо и трудно не раз. Уходим мы с эхом, уходим отсюда, пускай эти плуты плутуют без нас. Как хочется эхом, чтоб нас не бросали, чтоб честным и добрым почаще везло. Услышала эхо, какой я печали, спустилась с вершины и рядом пошло.
Ого-го. Она же, наверное, сели обедать. Интересно, говорят они обо мне? Нет, мама ни о чем другом и думать не сможет, и есть не сможет. А я бы сейчас 3 порции. Или даже 4. Вперед! Ни с того, ни с сего. Пин-пин-пин, интересно, я вовсе не налетела. Я почти не умею летать. Сам налетел и ругаешься. А что ты тут делаешь совсем один? Я не один, я одна. Я девочка. Девочка? Представь себе. И я боюсь идти домой. Только что я почувствовала запах лисицы. А ничего хуже лисицы не бывает, по-моему. Три ха-ха. Ты видела хоть одну лисицу в жизни? Лично я нет, а ты? Ну, я-то много раз. Среди них немало плутов. Но нельзя же всех под одну гребенку. Нет, лисы они как грибы. Есть плохие, а есть хорошие. А что это ты за них так заступаешься? Моя бабушка была лисой. Лисой? Правда, это шутка, да? А как вас зовут? Ну вот, сразу на вы. Нет, давай-ка по-простому. Я Людвиг 14 Ларсен. А я Тота Карлсон. Очень приятно. У вас, то есть у тебя такое имя загадочное, почему-то с номером. Разве кроме вас в семье еще 13 Людвигов? Да не Людвигов, а Ларсенов. Начиная с прадедушки, нас всего 14. Слушай, вот гляжу я на тебя и думаю, знакомиться поближе или не стоит? Цвет твоей шубки, он мне что-то напоминает. Это не шубка никакая, а пушинки. А цвет, он солнышко напоминает. Что же еще? Ты птица. И говоришь, что не умеешь хорошо летать. И у тебя желтый пух. Кажется, я влип. Ну, говори прямо, курица, что ли? Да нет, я еще не курица. Еще не. Успокойся. А где ты живешь? У людей, да? Да. А что? А как они люди-то? Можно с ними? Ну, кашу сварить. Как чудно ты спрашиваешь, я никогда с ними кашу не варила. Что это? Слушай-ка, такое дело. Я целый день ничего не ел. В животе вон целый оркестр. Да, не скучно там у тебя. Зато самому не весело. Бедный Людвиг. Ну вот что, там у нас во дворе полно всякого съестного. Проводи меня домой, угощу. Да, тебе-то хорошо, ты тут своя, а меня наверняка не пропустит. Вон тот огромный, расставив ручище, и звенит. Зачем он звенит-то? Этот пропустит. Я с ним договорюсь. Айда. Здрасте. Ну, видишь? Ну, хочешь, я его обзову как-нибудь? Эй, ты, чучело, образина, бузан на палочке. Ну, видишь? Все равно, что пустое место. А ты подумал, что это человек? Здрасте. А пес Максимилиан, скажешь, он тоже не опасный? Смотря для кого. Иди сюда. Я знаю один лаз в заборе, которого он не знает, наш Максик. Показать? Я бы показала, но ты так странно, так неудачно пошутил. Когда? Когда сказал, что твоя бабушка была этой самой. Забудь про мою родню, ясно? С тех пор тебя и твою семью не тронет ни один лис. Беру это на себя. В таком случае, в таком удивительном случае, я веду тебя смело, да? Да. Еще минуты, и ты будешь у нас угощаться в тепле и уюте среди друзей. Прошу. Сначала ты. Ну, ты же гость. Мало ли что. А ты девочка. Надо же, какой пин-пин-пин интеллигентный.